Надувной Иисус и учебные мощи. Гундяевские скрепы выходят на новый уровень. Факты не имеют значения. На России обяжут студентов изучать псевдоимперские бредни любимых путинских графоманов. Как духовно убивать украинских детей и правильно сношаться? Не для забавы ради, а для размножения. Азы расово-правильного русскомирца. Подпишитесь на наш YouTube-канал и без свежего кринжа из Запоребрика останетесь точно не сегодня. Россия начала СВО, чтобы вернуть попавших в плен в ходе СВО. Оленевод, увешанный сувенирами, он же министр обороны Шойгу, наконец рассекретил одну из целей развязанной войны. Наверняка через время к этим целям добавится выплата репараций. Но пока в Росдурдоме все стабильно. Презентовали анонсированное Путиным учебное пособие о российской государственности для вузов. Фактически это подборка бредней Дугина о евразийстве, графоманство любимого философа-старика Кабаева Ивана Ильина, конспекты речей сотрудников администрации президента. Все без исключения войны, которые вели русские, были оборонительными. Россия всегда жертва континентальной блокады со стороны Европы. Россия не делает ничего дурного. Зло лишь то, что делают России. Факты не имеют значения. Нет, это не подводка Ольги Скобеевой. Это цитата того самого Ильина, убеждения которого были фактически идентичны убеждениям гитлеровцев. Поэтому неудивительно, что путинцы так восхищаются этим белогвардейцем. Вот и пособие для вузов получилось вполне себе в стиле Росрейха. Дескать, есть одна великая держава, которая называлась то княжеством, то империей, то союзом, то федерацией. А все остальные соседские государства – так это ее осколки, которые по собственному усмотрению можно возвращать в родную гавань. Международное право? Не, не слышали. Великоимперский бред Путина и сотоварищи теперь наконец-то упакован в виде методички для промывки мозгов студентам. Одна скрепа – это воинствующая захватническая госполитика. Вторая базовая скрепа – это духовность со всеми вытекающими. Значительное место в пособии отведено сексуальным скрепам. Например, продвигается тезис о том, что однополые отношения ненормальные. Ведь результатом секса не может быть рождение ребенка, а лишь получение плотских утех. Наверняка в дополненном издании и вовсе обозначат любой половой акт, не предусматривающий зачатие ребенка, как грех. Не зря прошло общение с партнерами из Талибана. Теперь вот выстраивают свой собственный псевдоправославный Гундяева-бан. Удивительно, но в 21 веке в технические вузы фактически возвращают так называемое «слово Божье», как в каком-нибудь средневековье. Хотя, если же это будут слушать инженеры, будущие конструкторы ракет добра, регулярно запускаемых по мирным жителям соседних стран, то и вовсе коктейль безумия готов. Первые плоды его употребления россиянам уже можно наблюдать не в пособии, а прямо за окном. Например, презентация надувных военно-полевых храмов, где Иисус изображен со встроенными буквами В и Z. Как указывают в РПЦ, этот комплекс разворачивается за 10 минут и может вмещать до 60 человек, которые смогут удовлетворить свои срочные духовные нужды. Боевые попы аки-десантники. Главное же успеть окропить снаряды, которыми Росармия бьет по украинским городам и селам. Высокодуховненько. По садикам, школам, больницам, спортивным комплексам и многоэтажкам. И по храмам. Не надувным, настоящим. Как в Одессе. Кстати, в лучших традициях. Прямо во время демонстрации надувного одоробла там что-то протекло и по запаху явно не замироточило. До этого гундяевцы придумали еще одно ноу-хау – учебные мощи. Правда, не придумали, позаимствовали. Скопировали идею продюсера Разина. Вот помните, 20 составов «Ласкового мая» давали концерты одновременно в разных городах. Итак, в июле две недели гастролировали по России останки святого Вакария Котомского.
12 тысяч прихожан прикладывались к ним и верили в чудо. И лишь один внимательный мужчина из Новосибирска рассмотрел на мощах букву «У» рядом со штампом ОТК. Это означает, что лобызали мощеимитатор. Позже и у Гундяева признали. Отправили на гастроли учебную версию культового предмета, не обладающую чудодейственными свойствами оригинала. Предположительно, путаница произошла еще в июне при отгрузке. Инцидент сейчас расследует Церковная служба безопасности, сообщили в Московском патриархате. Вот да, даже у церкви на России есть своя ЦСБ. Вот как тут не вспомнить знаменитый мем про собственное казино с блэкджеком и шлюхами. А теперь вопрос к знатокам. А где и у кого хранятся оригиналы икон, картин, мощей и прочих культовых атрибутов? Не молитесь ли вы, россияне, китайским копиям? Пока лобызаете этот гундяевский Алиэкспресс, оригиналы давно наверняка по частным коллекциям топ-верующих. Солидный господь для солидных господ. Ведь наверняка в тех дворцах, где есть комнаты для грязи, должны быть и собственные храмы. И уж явно не в той комплектации, как надувные ущербы, обвешанные богохульными плакатами. А мы же верим в победу нашей армии над оккупантами. И надеемся, что скоро все пособия путинистов будут лишь экземплярами в музеях, вместе с фальшмощами и фальшхрамами. Как это случилось с наследием фашистов. И будущее поколение, почитав этот античеловеческий манифест, получат прививку против путинизма. Подпишитесь на наш YouTube-канал и без хороших новостей останетесь точно не сегодня.